5:30, пятница. Каждую пятницу в Нью-Йорке проходят какие-то мероприятия. 5:30 утра. Сегодня вот будет концерт Green Day в Центральном парке. Так что поехали вперед. Вот это летняя, вот видите, сцена, да, Summer Stage. Каждую пятницу здесь будет кто-то выступать. Вот сейчас вот скандируют там Green Day, Green Day, Green Day. Вот сейчас вот мы как раз попали к началу выступления. Давайте пройдемте, посмотрим. Вот уже первые звуки Green Day на сцене. Вперед! I'm
Yeah, guys. Ну как концерт? Мне очень понравился. Правда, сначала сонный Гриндей был такой. Это ранний утренний концерт. Мы сами в 4 утра встали. Гриндей, видимо, тоже встали рано. Вначале такие немножко вялые, похожие на вокально-инструментальный ансамбль. Скромные ребята. Яркие, внешние, но очень спокойные. Оказывается, это был Чек Сау. Ну, а если говорить серьезно, на самом деле это такая вот, они называются, эта передача называется Good Morning America. И она как бы вот в рамках этой передачи проходят такие вот Summer Concert Series, то есть как бы серия концертов ведущих каких-то групп, ведущих исполнителей. Поэтому как бы мы попали на самое начало, на концерт начинался в 6 утра. То есть как бы ребята были сонные, там не распевшиеся, не распившиеся. Ну, в принципе, потом разыгрались, все там было много, ну, много интервью, мы это, конечно, не снимали все. Ну, в принципе, все было достойно. Гриндей в своем репертуаре, как всегда, был, играл, то есть как бы. Ну, в принципе, все нормально было. И нам, я не знаю, мне лично понравилось. Тебе живой, живой звук, свободные люди, прекрасная атмосфера, юмор, пляски, веселье, молодежь и не только. Дети были. Поклонники. Да, нет, на самом деле все хорошо, да. То есть очень здорово, да. Мы в Централ парке, мы смотрим. Да, это все проходило в Центральном парке. Вот. И как бы сейчас обед. Все, идем кушать, обедать. Bye.